Лавия опередила Люфтганзу и КЛМ в рейтинге Forbes. Сервис в российском небе несколько месяцев изучали эксперты агентства «Авиапорта», а тарифную политику проанализировал поисковик «Авиасейлз». В итоге Белавия уступила только авиакомпании Emirates. Также в тройку вошел польский лот, а Люфтганза, КЛМ и Air France остались позади. Под видом тайных пассажиров эксперты проверили уровень обслуживания от покупки билета до выхода из самолета после перелета. За время исследования выполнено более 80 полетов. Среди критериев также оценивалась пунктуальность.